Сас, дорогие друзья, вы на канале Hardeset Info. Я вам расскажу, как на устройстве Poco C65 включить точку доступа. Чтобы на данный устройство включить точку доступа, нам будет нужно перейти в настройки. Здесь же в настройках нам будет нужно перейти в Wi-Fi. Точнее, не Wi-Fi, а подключение в общий доступ, приходит подключение в общий доступ. И здесь же видим точку доступа Wi-Fi. Приходим в нее, включаем, и также можем ее настроить точки доступа. Переходим, и здесь видим у нас пароль, название телефона, защита и скрыватель SSID. Можем отключить, можем включить. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.